Всем, друзья, привет! С вами Роман, жизнь, работа в интернете. Сегодняшний видеоролик у меня посвящается проекту новому, называется Bitai. Мне его посоветовал партнер из-за границы, он когда-то мне посоветовал неплохой аэродроп, в котором я заработал 6 тысяч долларов, друзья. И вот сегодня мне советуют вот такой вот сайт, называется он Bitai. Регистрация здесь очень простая. Здесь можно работать как без вложений, так и с вложениями. То есть здесь все просто, пишите свое имя, потом email, тут паскод и страна, да, вы нажимаете паскод. Ну, паскод это, как вам объяснить, ваш, ну, пароль вы придумываете. Так, и вам потом на почту придет письмо, и там в вашем письме будет вот такой вот адрес, это будет ваше имя. Ну и там будет ваш пароль, который вы сделали. Нажимаете кнопочку «Зарегистрироваться», да? Давайте сейчас я войду в аккаунт. И когда будете заходить, вот так вот у вас будет в аккаунте. За то, что мы здесь проходим регистрацию, нам сейчас, потому что идет преланч, друзья, нам сейчас вот так вот попадает видео, дают за регистрацию 20 долларов. 20 баксов, это у нас получается, они нам будут приносить 0,8% в день. Вот я уже тут 2 дня в проекте, 0,32 доллара мне уже принесло. И также идут монеты. За регистрацию вам дают монетки. Эти монеты, вот как здесь показано на таблице, они будут постоянно, постоянно, постоянно расти. И мы их сможем обменивать. Тут прямо внутри сайта, когда сайт стартанет. Сейчас он на преланче. Скажу одно, что кто сюда заходит зарабатывать без вложений, ему надо просто-напросто приглашать чем больше людей. Для чего? Чтобы получать реферальные в монетах. В данный момент эти монетки вот со временем будут расти. Вот эта таблица на халвинге, она расписана на 5 лет. То есть за 5 лет они хотят, чтобы эта монета стоила 204 доллара. Скажу сразу, это торговля, торгует бот искусственным интеллектом на арбитраже трафика. Это сейчас популярная тема, поэтому проект довольно-таки интересный. Также здесь есть бинарная система, но бинарная система идет только от покупок пакетов. Да, пакеты будут начинать продаваться через 32 дня, 4 часа, 5 минут. То есть, ну, то же самое, что Bitport, пакеты и так далее. Но, что здесь нам дают с монетки свои битаи, которые будут стоить там. Сейчас они стоят 0,05 доллара. А будут стоить чуть ли не 240 долларов. То есть, нам надо их чем побольше насобирать и сдержать эти монеты, когда они подрастут, продать, чтобы сделать вывод. Объясняю почему. Потому что вывод с этого проекта от 100 долларов. То есть от 100 долларов. Не от там 5, 3, 4, 10 и так далее. От 100 долларов. Также здесь, так, сейчас вам покажу токен валит, да, что нам, как здесь нам идут. Вот здесь идет welcome бонус, регистрационный бонус 10 монет. И за каждого приглашенного партнера лично вы получаете 10 монет. Да, вот у меня уже 170 монет. Также здесь идет моя команда. Да, и здесь вот показано, что здесь у нас идет бинарная система. Как знаете, да, что такое бинар? Вправо человек, влево человек. Тут, к примеру, 100 долларов, тут, к примеру, 100 долларов. И вы, когда у них по 100 долларов депозит, да, вы получаете 10%, то есть 10 долларов. 100 долларов, 10 долларов вы получаете себе. Ну, я думаю, что здесь люди будут активно покупать пакеты. Почему? Это мое мнение. Потому что здесь пакет минимальный стоит 100 долларов. На пакет нам дают также 10 долларов регистрационных. Там, плюс бонусом дают 5%. Да? То есть получается уже у вас не 100 долларов, а 105 долларов. Также плюс еще 10 долларов вам идет регистрационный. И у
вас получается 115 долларов. В день вы будете на 115 долларов получать 0,80 процент, 0,8%. Так, директ-бонус и бинарный бонус. Вот бинарный бонус, это у нас он идет 10%. Но почему я говорю, что будут люди активно покупать пакеты? Потому что 200 батай. Это нам, кто купит вот этот пакет, дают 200 монет, да? Если взять, посчитать 2111, нажал, да, 100 монет. Сейчас по курсу, если мы умножим 0,05, это у нас выходит сумма 105 долларов. То есть мы сразу же отбиваем свои вложенные средства. Но можно будет обменивать внутри, но я не думаю, что эта монета сразу монета, как любая монета. Кто начнет сливать, кто начнет покупать. То есть эта монета будет тоже здесь скакать. То есть вы можете, например, она упадет до 10 долларов, можете 10 вернуть, можете 50, можете 100 долларов, а можете вырасти, потому что были такие проекты, в которых тоже была своя монета, эта монета вырастала одна до 100 долларов, как сейчас помню, и люди зарабатывали очень-очень хорошие деньги. То есть вот эти вложения, которые делаются сюда, здесь почти можно отбить, если еще не заработать, ну, хотя бы половину, отбить сразу на монетах. Плюс здесь, если у вас есть в бинаре партнеры, будут тоже покупать пакеты, вы от них будете получать 10%. То есть на вывод здесь насобирать деньги, я думаю, очень-очень-очень быстро. Но в данный момент, пока у нас есть 32 дня, нам дают регистрационно 20 долларов, да, которые уже работают. Это дается только за эти 32 дня, потом этих денег не будут давать. Будут давать только монеты за регистрацию, 10 монет и все, больше ничего не будет давать. В данный момент дают еще 20 долларов. Вот эти вот 32 дня. То есть у вас есть возможность уже начинать зарабатывать понемножку, там по 16 центов в день на вот этих подарочных 20 долларах. Это для чего сделано? Для того, чтобы больше аэродроп, больше пришло людей, и проект хорошо запустился, начал хорошо работать. Да? Также здесь есть у нас. Ну, пакеты я вам показывал, да, пакеты это потом есть команды. В команде вы можете посмотреть генеалогию, только же показывал тоже. Посмотреть своих партнер, группу. Также здесь адрес, вот токен адрес, я его тоже вам только что показывал. Потом есть USDT Wallet, тоже вам его показывал, не показывал, то есть показываю. Вот здесь начисления идут по 16% центов в день, это на подарочные. И вот видно на 0,8. Также здесь, когда запустится проект, будет открыт вывод долларов. И также будет открыт вывод токенов, да, которые вы сможете вывести с этого проекта. Также здесь показаны трейдинги, где будет торговаться, как будет торговаться. Вот здесь вот показаны, какие курсы идут, как оно торгуется там в реальном времени. Тут будет показан ваш вот бот, который вам типа торгует и приносит вам 0,8% в день. Так, дальше. Это я не знаю, что IT-трейдинг перевести на русский. История торговли искусственного интеллекта тоже будет здесь. Так, маркетинг инструмент. Здесь вы можете ознакомиться с баннерами и так далее, с планами. Тут и на русском, на французском, германском, испанском, на многих языках. Да? Ну и также здесь ваш профиль и ответы на вопросы. Но я скажу, что проект он у нас многоязычный, со всего мира вот регистрации идут. То есть проект очень-очень-очень-очень. Я думаю, неплохо будет выстреливать. Почему? Потому что идет регистрация с очень многих стран. Все, друзья, вот такой вот краткий видеообзор об этом проектике. Да, когда он уже полностью запустится, вот здесь еще показаны ваши команды. Правая сторона и левая сторона. У меня в одной стороне 140 человек, у второй 311. Да?
Одну ветку строю сам, вторую ветку строит мне мой вышестоящий спонсор, который меня пригласил. Дальше, когда буду периодически записывать видеоролики об этом проекте, думаю, что в этом проекте можно будет заработать очень-очень даже, скажем так, хорошие деньги. Все, с вами был Максимов Роман, «Жизнь, работа в интернете». Подписываемся на канал, также на телеграм-чат и пишем в комментариях, что думаете об этом проекте.